Итак, друзья, программа «Тема дня», которая выходит на РТС-радио в 17 часов. Друзья, теперь ежедневно нужно об этом помнить и, в общем, слушать нас, включать, настраивать свои приемники на 105.3 FM каждый день. Дмитрий Каштанов у микрофона. И, друзья, я напоминаю, мы продолжаем действовать в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства и предпринимательской инициативы. Сегодня у нас в гостях, друзья, в студии Безюк Татьяна Ивановна, руководитель Центра поддержки предпринимательства в Республике Хакасия, собственно, самый главный начальник, получается, этой организации и есть. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, давайте начнем, в общем, и в качестве вступления, что, давайте вспомним такое, центр поддержки, кем, когда он создан, в чем его задача. Мы, в общем, много раз в нашем эфире проговаривали эти моменты, но для начала, в самом начале нашей программы, вдруг кто-то не все знает, не все слышал или понял не так, я думаю, стоит об этом рассказать. Центр поддержки предпринимательства является структурным подразделением Фонда развития Хакасии. Фонд, на базе Фонда развития Хакасии у нас 16 декабря 2019 года был создан центр «Мой бизнес». Такие центры были созданы на территории всей нашей страны для того, чтобы предприниматели и те, кто планируют начать предпринимательскую деятельность, могли получить поддержку. Поддержку в виде мероприятий, направленных на развитие, на создание своего бизнеса. И Центр поддержки предпринимательства, как раз-таки еще раз скажу, являясь вот структурным подразделением, эти все мероприятия реализуют на территории Республики Хакасия. То есть в наши обязанности входит найти спикеров, найти и обозначить потребности предпринимателей, что для них нужно проводить аналитику, статистику, что востребовано, что не востребовано, что получается, и в дальнейшем принять от них заявки, организовать эти мероприятия и, конечно, реализовать эти мероприятия. И дальше, по сути, сопровождать наших предпринимателей, чтобы они смогли выйти на определенные уровни, ну, то есть от начала старта до, собственно говоря, довести их до экспорта. По сути. Экспорт — это все-таки финальная какая-то, итоговая. Экспорт, да, не входит, собственно говоря, в нашу работу, но у нас есть Центр поддержки экспорта, который тоже является структурным подразделением фонда. Да, мы вместе работаем. Поэтому, когда люди к нам приходят, конечно, уже на перспективу мы стараемся довести их до экспорта, а дальше уже экспорт выводит их на контракты за рубеж. Хорошо, у вас огромное количество структурных подразделений, как вы уже сказали, мы с ними регулярно тоже проводим эфиры, многие у нас в студии были, со многими мы обсуждали какие-то моменты, а вот начали с того, что найти спикеров, организовать, этим занимаетесь непосредственно вы, то есть если, например, есть там центр экспорта того же, да, то есть если они на свою тему хотят что-то о себе рассказать, не они занимаются поиском вот этих людей, которые потом будут рассказывать предпринимателям, как выйти на экспорт? Нет, как выйти на экспорт, как раз-таки рассказывают сами сотрудники и руководители Центра поддержки экспорта. Мы точно так же рассказываем, как получить меры поддержки, которые мы организовываем. А что касается спикеров, еще раз, мы про востребованность тех или иных мероприятий здесь должны остановиться у предпринимателя. Как появляется вообще это мероприятие у нас? Мы собираем периодически на нашем сайте, вживую к нам приходят предприниматели, сообщают о том, ну, свои болевые точки, так скажем. Не получается там, может быть, что-то с сертификацией. Там, я хочу заниматься такой-то, ну, производство такой-то продукции, но недостаточно у меня средств, знаний, и мы в разговоре понимаем, что есть такая проблема. Это только получается при личной встрече вы это делаете, или у вас есть какая-то электронная площадка, на которой, допустим, все могут в какой-то общий чат собраться или в какую-то общую конференцию, и там сказать, это же было бы проще, да, чем собирать, тем более в современных условиях пандемии и так далее, всех собирать в зале и начать их опрашивать, там будет гвалт. А когда, извините, какой-то общий чатик, и все туда начали писать, у тебя есть время позже все это вычитать и посчитать. И вот именно так у нас происходит. У нас разные варианты. Если вы уже пришли к нам, то вы рассказываете об этом. После того, как мы переговорили, как правило, предприниматели пишут официально
к нам обращение, которое поступает к нам на почту электронную. Я, там, Татьяна Ивановна, занимаюсь тем-то и тем-то. Очень для меня важно, соответственно, то, о чем мне важно. Прошу рассмотреть данное мероприятие или данную услугу и включить ее в план мероприятий на 2021 год. Это первый момент. Второй. У нас есть сайт centrmobusiness19.rf, где можно заявку отправить, написать предмет обращения, и также мы будем это рассматривать. И третье, у нас в прошлом году и в этом году был опрос на сайте. Отдельно мы его специально вывели для того, чтобы предприниматели, я несколько раз в эфирах говорила о том, что, пожалуйста, напишите, ответьте на вопросы, что вам интересно, потому что есть мероприятия, которые... ну, так скажем, очень популярны, да, но есть очень много мероприятий, которые мы могли бы включить, но мы не знаем, насколько они востребованы у наших предпринимателей. Поэтому попросила заполнить опрос. Ну, не все, конечно, откликнулись пройти этот опрос. Сейчас каждый раз, вот при личной встрече, где я выступаю, я всегда говорю, нужно обязательно сообщать о том, что вас интересует. Что вам нужно? Да, что вам нужно? Вы, ну, не просто я там хочу полететь на Луну, а вы обоснуете, почему вы хотите полететь на Луну. Вы там собираетесь бизнес открыть. Ну, для чего вам эта Луна, да? Допустим. Поэтому всегда нужно либо написать заявление к нам на электронную почту, либо на сайте заполнить на консультацию предмет обращения, включить мероприятие и перечисляем. Такие вещи, да. Но здесь, ладно, более-менее понятно. Хорошо. Вы некоторое время уже существуете и действуете. Сколько точно времени? А, вот центр «Мой бизнес», именно центр «Мой бизнес», он у нас организован 16 декабря. 2019 года. Вот, да. 2020 года нам ровно год. Год. И в рамках, вот уже год прошел, конечно, мероприятие прошло... большое количество, даже общую цифру не скажу. Это да, мы как-то стараемся освещать и говорили об этом, и говорили непосредственно с теми, кто эти вопросы курировал, но мне интересно о чем спросить, каким образом вы отслеживаете, насколько эффективно вообще все это прошло, и зря, не зря вообще вы это организовали, то есть результаты какие-то, как их можно оценить? Опять вернусь к востребованности. Так. То есть для того, чтобы понимать, достигли мы какие-то результаты, ожидания оправдались, не оправдались, нужно понимать, ну, кто инициировал данное, так скажем, мероприятие, почему мы привезли вот эту тему, к примеру, выбрали для спикера. То есть были, значит, пожелания со стороны предпринимателей, которые, кстати, не только лично обращаются, но еще и от своих ассоциаций. То есть есть ассоциации предпринимательские, которые также пишут нам обращение, что просьба включить, к примеру, такого-то спикера в ваше мероприятие. И темы мы уже дальше рассматриваем. Поэтому первое, это, конечно, если была заявка от предпринимателей и пожелания высказаны, это раз. Второе, мы читаем отзывы всегда по всей стране, как проводит данный спикер или данное мероприятие проходит в других регионах. Какой отклик? То есть мы держим тесную связь, ну, практически со всеми центрами «Мой бизнес» на территории нашей страны. Ну, так и должно. Лучшие практики всегда делятся с удовольствием все центры. Я периодически посещаю центры с точки зрения, ну, обмен опытом, посмотреть лучшие практики, как они выстраивают свои взаимоотношения с теми предпринимателями своего региона. Поэтому, то есть отзывы мы посмотрели. Обязательно мы ставим... Это количественно у нас есть показатель, сколько посетило, да, людей данное мероприятие, потому что в этом году очень мероприятий много было в формате онлайн. Понятно, где количество больше, ну, значит, эта тема больше, интереснее. Но я вот немножечко не о том, да, это все классно. Но классно. Вот вы взяли хорошего, результат... вы взяли хорошего, да, спикера, который известный, популярный. Он приехал, он прекрасно провел, он все сделал замечательно. У вас посещаемость хорошая, да. Пусть если там не непосредственно, то как, каким-то, значит, на какой-то электронной площадке. Все здорово. Люди ушли довольные и счастливые. Класс. Нам все понравилось. Спасибо большое. А результат-то где? Вот если есть у вас такой замечательный проект, у нас тоже был представитель, это наставничество. И вот если, допустим, взяли девочку, да, из Ужура, по-моему, как наставляемого, провели с ней работу, у нее в течение 4 месяцев, бах,
там прыгнул бизнес в два раза. То есть здесь можно отследить легко, ну просто, нормально. Здесь вообще никаких вопросов не возникает. А когда вот эти так называемые семинары, вебинары проводятся, когда привозятся люди, которые вроде бы все же было хорошо, но люди послушали, плечами пожали и разошлись, даже если им понравилось. А результат-то где? Ну, здесь на самом деле, вот смотрите, Дмитрий, вы правильно сказали про программу наставничества. Программа сама по себе интересна, и как раз у нее задача была, то есть вести длительное время. Угу. Не разово мы послушали этот вебинар, семинар и ушли. Ну и там нет, вот здесь там... все как раз отслеживалось, да, насколько... Очень наставляемый, вот то, там посмотрели что, да, то, что оценили. Вы послушали, то, что вы сделали, как это все сложилось дальше в развитии вашего бизнеса. Здесь мы можем только опираться на отзывы со стороны наших предпринимателей. У кого возникает желание угу. поделиться, они этим делятся, сторис там в Инстаграме, к примеру, пишут у себя отзывы где-то, да? Ну, там вот я пришел, послушал, реорганизовал у себя там, допустим, работу с персоналом, и у меня, вау, смотрите, какой магазин, здорово, люди пишут мне хорошую. Как? Ну, вот, допустим, да, по управлению персоналом какая-то вещь. Но тоже, наверное, на прибыли должно как-то сказаться. Ну, здесь смотрите. По прибыли всегда надо, наверное, считать. Мы, во-первых, не имеем права запрашивать такие данные, как увеличилась у вас прибыль, а насколько у вас увеличилась. Это персональные данные, здесь нельзя, мы не можем запросить это. Мы можем только всегда поинтересоваться, насколько вам тема интересна была, насколько это обязательно после каждого мероприятия мы оцениваем данного спикера, потому что у нас есть рейтинг. Татьяна, я перебью вас на минуточку, у нас реклама. Итак, друзья, РТС Радио, программа «Тема дня». Я напоминаю, в гостях у нас сегодня Татьяна Ивановна Безюк, руководитель Центра поддержки предпринимательства в Республике Хакасия. В общем, о Центре поддержки мы и говорим. И в самом начале я сказал, повторю еще раз, мы действуем. И эта программа у нас в рамках проекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства и предпринимательской инициативы». Застановились перед рекламой. Мы именно на моменте, как отследить эффективность проведенных мероприятий. Татьяна начала рассказывать, я перебил. Да, ничего страшного, можем продолжить. Вот мы сейчас говорим о проверке и об эффективности именно образовательных мероприятий. Да, именно так. Причем образовательные мероприятия – это лишь одна из услуг Центра поддержки предпринимательства. Я хочу поделиться личным опытом. То есть люди, которые ходят на такие мероприятия, ну, хорошо, если он четко отследил, что вот именно это мероприятие мне перевернуло там, мое сознание. И я выстроил бизнес вообще по-другому. Как правило, это система какая-то, да? То есть я сходил сюда на мероприятие. Дальше она сложилась у меня в пазл. Я поняла, что я вот здесь неправильно делаю, и начинаю делать. Так вот, после каждого мероприятия единственный показатель – это отзыв со стороны получателей, кто послушал данного спикера. И второй момент – это насколько тот человек, который уже посетил мероприятие, откликается и идет дальше, на следующее мероприятие. Такие вещи, как прибыль, я уже сказала, проверить, увеличилось ли у него обороты, масштабирует ли он бизнес. Вот именно благодаря образовательному мероприятию мы не проверяем, и мы не имеем права. Ну, только если он сам расскажет. Он может сам, ну, да, только его желание. А вот если мы говорим про другие услуги, то есть, во-первых, у нас есть такая услуга, как консультация сторонними профильными организациями. Например, один из подрядчиков, это у нас налоги и бизнес-право, Елена Александровна Макарова, которая с удовольствием всегда рассказывает, как зарегистрировать. Она заключается работа в чем? Консультация физических лиц и уже предпринимателей. Вот я физическое лицо, желаю открыть бизнес, не знаю, с чего начинать. Я регистрируюсь на нашем сайте, отмечаю, что я хочу идти на консультацию к Елене Александровне, прихожу к ней, она мне дает весь расклад. Какая лучшая система налогообложения? Какой лучший АКВЭД вам основной выбрать? И дальше уже перечень документов, что нужно для регистрации. Помогает вплоть до того, что эти документы сделать, чтобы я подала и зарегистрировалась. И вот тут результат. Здесь вы уже по количеству зарегистрированных предпринимателей смотрите. Обратились столько, из них зарегистрировались столько. Здесь спокойно тоже мы можем отследить. Другой, например, такая мера поддержки, как франшиза. То есть у меня действующий бизнес. Я готова к тому, чтобы уже этот бизнес масштабировать. Как мне быть? У нас есть такая услуга, ну, я ее так называю, упаковать франшизу. Далеко не все могут позволить это себе, потому что там есть определенные условия. Нужно, чтобы уже был зарегистрирован, например, торговый знак.
Угу. Регистрация торгового знака, она длительная. Ну, это же ключевой момент в франчайзинге. Да, далеко не все могут уже подойти на этом этапе. И вот в этом году у нас получилось, ну, в 2020-м мы сейчас говорим, у нас получили, вот франшизу упаковали 3 организации. И как раз налоги и бизнес-право – это одна из них. Угу. Ну, многие знают еще и Tasty Day, да, организация, и Papa Souls. Вот здесь опять же мы видим результат. То есть мы упаковали франшизу, а дальше наши меры поддержки могут позволить съездить на выставку, например, такая есть выставка By Brand. Там презентовать свой бренд. Презентовать, продать. Таким образом масштабируя свой бизнес. Вот это тоже показатель. И в этом году, вот в 2021, когда мы уже начнем реализовывать мероприятия, то есть у нас поступает субсидия, да, и мы начинаем мероприятия проводить в 2021 году, здесь уже будет подход комплексный. Собственно говоря, в чем он заключается, я сейчас практически рассказала. Да, я прошла обучение по франшизе, я знаю, что это такое, как более-менее начинаю разбираться. Дальше смотрю, мой бизнес подходит, если мы упаковываем, и я еду на эту выставку. Вот этот комплекс завершается тем, что я начинаю продавать свою франшизу. Да, хорошо, вот как раз про 2021 год. Вы вот проработали год уже, больше даже получается. То есть какие-то выводы можно уже сделать, да? Вот анализируя то, о чем мы сейчас говорили, как это зашло, как то зашло, сколько зарегистрировали. Какие-то либо кардинальные изменения, либо новые направления планируются в этом году? Ну, конечно, есть изменения, и благодаря ситуации, которая у нас сложилась в нашей стране, все эти изменения почувствовали. Это первое. Все переходят на маркетплейсы. Это что подробнее? Электронно-торговые площадки, на которых Wildberries, Озон, на которых, соответственно, никуда мне не надо выезжать, я продаю свой товар. Из дома сидят домохозяйки, да, покупают. И мы начали реализовывать уже в декабре. То есть на Wildberries у нас 7 заявок, которые поступили, мы их реализовали. То есть они уже выложены на Wildberries, пожалуйста. Всем наших предпринимателей там уже есть. На всякий случай, самая, по-моему, богатая компания в России, так что если кто не слышал, или самая успешная, или она самая... То есть она огромное количество заняла всяческих регалий, получила. Это про Wildberries. Это про Wildberries. Да, чтобы было понятно, куда вы пробились, да? И куда вы своих подопечных затолкали. То есть это очень непросто. У нас тут поставить на полку в командор какую-нибудь свою банку с чем-нибудь, это целая проблема. А здесь вот, например, на Wildberries пробиться, это очень круто, я считаю. И сейчас мы в этом году, вот в первом квартале, снова будем принимать такие заявки. Именно на Wildberries. Потому что, ну, во-первых, и отзывы хорошие, и, во-вторых, это очень удобно. И многие предприниматели поняли, насколько это важно перейти вот в таком формате. Хорошо. А какие-нибудь, такой вопрос неудобный, а какие-нибудь направления, допустим, которые по результатам вот вашей деятельности вы решили закрыть, есть такие? Например, ну не пошло вообще никак. У нас есть одно направление. На самом деле мы его не закрыли. Мы не смогли воспользоваться этим направлением, потому что, опять же, пандемия. Ну, сила просто форс-мажорная. Это называется бизнес-миссией. Бизнес-миссия, что это такое? Когда мы здесь организовали наших предпринимателей, они высказываются, какой интересен им регион для поиска партнера. И мы организовываем на той стороне, ну, например, это Красноярск, встречи потенциальные с партнерами, то есть наших предпринимателей и предпринимателей города Красноярска. Дальше у них завязываются какие-то, возможно, совместные проекты. А наша задача способствовать этому. Найти этих предпринимателей, организовать встречу, то есть элементарно конференц-зал оплатить, логистику выстроить на территории города, заехать на эти предприятия, посмотреть, как это выстроено у них. Вот в этом году, конечно, не случилось. Ну, потому что потому. Мы понимаем все. Потому что потому нельзя, да. Нельзя ничего. Но тем не менее... Послабления, кстати, нам грядут у нас масочного режима уже. Так что я думаю, что... Мы будем смотреть, потому что многие предприниматели, те, которые направляли свои пожелания, они как раз высказывались за соседние регионы, Алтай,
Новосибирск. Им очень интересно развитие и встреча с предпринимателями вот этих регионов. Пока я ничего обещать не могу, будем смотреть, когда будем уже ближе, ну, к такому моменту, как получение субсидии, тогда можно будет включать те или иные мероприятия. И возобновить, в общем, непосредственное какое-то общение. Ну, конечно, и возобновить, потому что вот у нас были, это Республика Тыва и Красноярск. И на самом деле, в силу того, что они, ну, близки, конечно, выстроить свои взаимоотношения гораздо проще. И это более результативнее потом. А если взять, например, Новосибирск, он, в принципе, тоже рядом, но все-таки это уже другой, я жил в Новосибирске некоторое время, я знаю, это все-таки уже немножечко другой менталитет, хотя он очень интересен. Это промышленный, во-первых, центр Сибири, во-вторых, это, опять же, узловая развязка, да, то есть там туда стекаются все пути, все дороги, железная дорога, все оттуда, вся торговля там, все там шевелится. И, так вот, у нас производственники туда и хотели поехать. И туда и хотели, да. И хорошо, тогда такой отсюда же вытекает вопрос. Вот говорите, вы с центрами поддержки бизнеса взаимодействуете, в принципе, там друг с другом обмениваетесь информацией. Вот как дела, например, у вашего подразделения в Новосибирске, не вашего подразделения, но аналогичного, значит, центра в Новосибирске, например. На самом деле корректировки, собственно говоря, везде были по деятельности. Да, это и понятно. Все, вот не только Новосибирск, но и большинство другие, они все перешли в электронный формат, это я называю. Mm-hmm. Это онлайн-мероприятия, это онлайн-встречи. Поиск партнеров, тот же самый, вот эта бизнес-миссия, она перешла тоже в формат онлайн. Я не знаю насчет результатов, конкретно, то есть к чему это привели вот эти онлайн-встречи по поиску бизнес-партнеров, потому что вот касаемо экспорта, там как раз-таки все удачно в этом направлении. Поиск партнеров происходит в таком формате. На территории России немножко все-таки люди, вот тот же самый менталитет, им хочется встречаться лично и видеть производство, ну, или, собственно говоря, куда они едут, да, предпринимателя, чем он занимается лично. Конечно, очень интересно. Тем более, если это я связываю со своим бизнесом каким-то, мне, конечно, охота, там, ну, грубо говоря, посмотреть на линии производства, да, ну, туда, куда пустят. Ну, в любом случае, все, вот у нас же тоже есть показатели, да, у любого центра мой бизнес есть показатели, это те предприниматели, которых привлекли, и те физические лица, которые были физические лица, а потом раз, и они зарегистрировались. Могу сказать одно, что все справились. Замечательно. Татьяна, совсем немного времени остается. Расскажите нам, куда обращаться предпринимателям. Обращаться нужно в центр «Мой бизнес». Находимся мы, Дружба народов 2А, это здание МФЦ, все это знают, второй этаж. Центр поддержки предпринимательства находится на втором этаже, и телефон наш очень легкий, 248-148. Спасибо большое, встретимся еще не раз, друзья. Это была Татьяна Ивановна Безюк, руководитель центра «Мой бизнес» в городе Абакане. Всего доброго.